А, решительно произошло. Особенно считаю, что ты все время на меньшем тоннаже. Так, ну они так в самом деле. Тимбер, Танатос, Вархаммер, Ультура, Равен и Шавка. Странные ребята. Да не фанятся, а имп выигрывает. Вот реально сейчас. Да, я говорю, давай, пускай им подохнет. А ты поводишь, пофанишься. Короче, сейчас карту они выиграют, и внушение им надо сделать. Да не надо воим. Я вам сказал же, что говорю, ну давай ты. Это же девятки, говорю, надо дать ему выиграть. Take it easy, да? Нет. Он Не, пообещал, не, не. говорит, на следующую карту. Ну, ладно, говорит. Так не так, ну да именно что фан. Да блин, ну вот он сейчас выиграет, они возьмут и с этой карты уйдут нахрен, все и совсем. Да ну нормальные они так не Слишком сделают. мощная раскладка. Ну, никто им не запрещает брать то же самое. И с этим я согласен абсолютно. Сплошной клондех вообще. Отборный, а нет, отборный клантех, это ругательство Да. судей. У них ваха ультровая, что ли? Ну, отцешная, да? Да. Отцешная. Геморрагия, Мармок. ЛРМки, да, лучшие. Томаты с МРМ. МРМ-ки. И Ваха с МРМ. А равен какой? Экспульсовый. А, шавка нарковая, да? Нарковая шавка и МРМки. МРМки и ЛРМки. Банана Джон на чем? На СРМном или на ЛРМном? Как бы его так определить? Ну, я думаю, ЛРМ все-таки слишком много Ну, я тоже так думаю. СРМ здесь ЛРМ, плащи. ЛРМ, вы чё, из СРМ не различаете? Тубусы, смотри, какие там большие. Короче, у них МРМ и ЛРМ все. И нарки. Не, нормально у них. Все завязано на нашем укрытии. Он сдохнет, все, это слив. Ну, да. Погоди, а у них равен еще и с нарком? Нет, Нет, экспульсовый. экспульсовый нет нарко. МРМ-ный равен. МРМ-ный. На четырех пиццах сидит, что ли? Чуваки и там закопались, и тут окопались. Как плохо Ганс стоит. Да, прямо на открытке. Блин, я вылетел. Выманивает. Не знаю, подставляется он, называется, а не выманивает. Ну да. Клево, клево. Давай, Равен, наводи на пуму. Не видит за зданиями. Кстати, могут увидеть, потому что пипцы светятся. Не, здания мешают. О, Ганс Вот если что-то он сейчас, полил, что ну, блин, ну лучше бы он влево взял и увидел бы тогда. Неправильно движется Равен, короче. Равен разведывает, ничего страшного. Он по... У него Так радар. он неправильно Он разведывает, я это хочу по радару сказать. смотрит, не визуально. Он уже увидел их на радаре. У него баф Плохо, или плохо. БХП там, что там у него. Баб. Вот. У него баб Т3 ЕС. Ну вот. Ецом, да. Он их увидел, наши тоже увидели. Решили поддать немножко в город парки. О, как хорошо им стал. Давайте нарк по нему, ребята. И ракетами. ЛРМ 80, да, нет, 120.
Да, прилетит. Так там еще стимберы. Ну да, 120 евро. Стимбера там какие? Двадцатки? Пятнашки, по-моему. Пятнашки. Пятнашки, да. Пятнашки, да. 30 и... Я же сказал, 120 евро. Получается. Отлично. А если Вархаммер там и Танатос подойдут, то еще и МРМ прилетит. Ну, Равен тоже МРМ 20 там. Нормально. Ну да, да, короче, удачный залп может этого Бладас понагнуть сразу. И будет очень канонично, скажем так, по книжкам прям. Страшный Бладас. Были бы у них стрелы, может быть. Пошли. Не знаю, Кил, как ты думаешь, стоит стрелам прочность добавлять, чтобы одним ламсом не сбивалось или как? Я считаю, что это бред. Да я тоже думаю, иначе такое мощное оружие, такое беспонтовое. Конечно. Стрел должны бояться по любасу. Нет, стрел должны бояться, однозначно. У них и так поэтому... дистанция порезана, они на 400 метров только вблизи работают. Да, да, плохо заворачивают. Че, до сих пор мираж играют, ребята? Только на. Ох, нарк! Отлично, нарк на. На имбе. Ракеты. А, блин, сбили. А-а-а. Сразу же сбили. Хорошо работают, что можно сказать. Ну, среагировали моментально, кто-то всадил ему пипцу. Вуду, что ли? Ну или в Зойберг, наверное. Или Евген. Евген, да. Вроде Евген стрелял. Не-не, Зойберг не стрелял, Евген вроде. Опять нарк, что ли? Плохая девятая позиция, очень плохая, никуда вообще не уйти. Ну они отошли зачем-то туда, да. Щели такое, им влево сейчас надо не все их зажали. Вправо. Просто расстреляют вами все. Ну да, сейчас один на им, нахерачен, критует. Да, да. С Зойдбергом. Ну, шапка еще попрыгает. Сталин даже высовываться бессмысленно будет. Блин. Ваха уже дымится. А, вот оно что, не могут они уйти, скала у них тут. Так им по дороге надо говорю, назад туда зажали. Уходить. Надо назад уходить по этой тропе. Назад по дороге, да. Но они пока будут уходить, их тоже спину расстрелять надо, так что... Все. Ну, минимальные потери, а сейчас их однозначно тут мне кажется, они просто карты не знают, поэтому так тупят. Ну да, они неудачно там засели. Ну что, они не видят сзади дорогу? МРМки не достают элементарно. Не, вообще не вариант. Им надо уходить оттуда, валить срочно. Наконец-то сообразили уходить, отлично. Ну, Ваха уже крит. Ваха не уйдет далеко. О. Ой, Вулл что-то что стал, сейчас его в сейчас, нахерач. Давайте, парни, втягивайтесь. Ну шавка-то не стоит, и чё? Блин, бам. Не дадут им уйти нормально. Не-не, дойдут. Ушли, все, ушли. Сейчас по-любому кого-нибудь кретанут. Ага. Будут догонять. Ну, может, кого-то и убьют. Сейчас шавка, вот шавку скорее на приземлении всего, да, поймают. Четыре залпа войдет, не? Не, ушла. Повезло. Перед на перезарядке были просто. Там 143 очка уже у нас. Думаю, ответного огня практически не было. Ну они ЛРМами покидались. Они не попали ни разу. Ну ничего, попали интересно. Вообще. Может они тут решили встречать в этом. Ага. ЛРМные боты решили встречать в закупке. Привет. Кил, при везении, только при везении ЛРМами задолбить может. Ну они карту не знают, просто вот и все. Ну. То мы и просили старый мираж. Старый мираж был хороший конфиг был. С другой стороны, им да, действительно, и вот из этого проходика тоже рыпаться сейчас. Смысла пока нету. Да им там некуда уходить. Уйдут к базе, там вообще могут их. А, в принципе, они могут на это направо уйти вот сейчас, если. Направо, там, блин. Если бы они если наши на плато, среагируют наверх, быстро, да. Подрежут, они наверх не уйдут вот на мост. Надо попытаться им полностью все попытаться, да, и уходить наверх, наверх. И там как раз дорога есть, все зайдут спокойно. О, как раз стали слева обходить, вот если сейчас реагируют. И уходя, можно там попытаться ракетами работать. Не, девятки даже рыпаться не собираются, стоят. Нет, пока нет. Ворон-то интересно сечет их на радаре-то или чё? Стоят они, девятки, по-моему, совещание устроили. Наш тоже что-то не торопится поджимать, зря. О, наши там совсем уже закругляют. Пошли. Не, не будут уходить, будут, по-моему, здесь встречать чуваки. Шавка пытается на повесить. Маленькое расстояние, дистанция маленькая, не успеет ничего сделать.
Ну, хотя тут на открытке-то совсем. Ну, сейчас каждый сделает залп с минус, минус да. Один. Опс, готов. Еще один. Пришел залп. У них там еще и слушанул хорошенько. Нет, там сейчас никого не задело. Походу они смирились трохи. Ага, ЛРМ-ки все по нарку пытаются запускать, но его быстро сбивают. Ой. Мяу. Убили. Да. Ну, он неудачно сел, у него половина залпа скала рядом сорвалась. Нет у них ДК. Однозначно. Поздно спохватились. Пух! Тимбер прям вообще. Евген несется прям. Пиздец. Да даже грустно смотреть я на говорю. Это дело. Нечестно. Ну, то, что ли? Просто ребята фанились, а у нас тут. Выиграли. Ну, боюсь, они сейчас свалят.